Александр Жирный, украинский биатлонист, член национальной сборной Украины, бронзовый призер летнего чемпионата мира в Эстонии, обладатель бронзовой медали чемпионата мира в Словакии, призер этапов Кубка IBU. Александр не входит в мировую биатлонную элиту, но является важным биатлонистом в составе украинской сборной. 29-летний спортсмен отличается твердым характером и хорошей стрельбой. В четверг, 24 ноября, в составе сборной Александр улетает в Швецию на первый этап Кубка мира. На этот сезон украинский биатлонист имеет амбициозные планы. Верит, что сможет порадовать армию украинских фанатов биатлона.